Всем привет, дорогие друзья! С вами Фокс, и сегодня у нас механизм, который создает нам защиту. То есть днем эта защита отключена, а ночью она включена от мобов. Эту защиту я придумал сам. И эта защита уже на версии 1.5. То есть на других версиях она не пойдет. 1.5 и выше. Она будет работать, а 1.5 и ниже, точнее 1.4.7 и ниже, работать не будет. Итак, давайте посмотрим. Значит, у нас тут такой имитирующее здание заборчик. И мы, значит, ставим ночь. И у нас активируется защита от мобов. Значит, мы ставим день, у нас дезактивируется. Деактивируется эта защита, собственно. И давайте я покажу, как это делается. Значит, я всяких вот этих штучек не буду делать. Ну, давайте я вам покажу. Значит, с обновлением добавляется куча всяких разных вкусняшек, связанных с редстоуном. То есть, добавляется, к примеру, вот такой датчик дневного света. Daylight Sensor. Сенсор дневного света. Ну, или датчик. Как это привычнее. И давайте построим. Значит, мы берем стекло и ставим сверху. То есть можно просто поставить вот так, но стекло не будет выглядеть как яма. И просто вы не сможете наступить туда. Собственно, это все закрываем. И давайте посмотрим, как это все делается. Значит, мы ставим сюда. Вот так вот факел. Один. То есть отступаем, ставим блок и на нем факел. Здесь проводим редстоун. Все. Дальше все будет запитываться именно на вот этой системе. Вот. Ставим с трех сторон вот так вот наши редстоун факела. И дальше ставим, собственно, саму защиту. Нет, она будет состоять у меня из трех. И давайте поехали дальше. Дальше у нас мы ставим репитеры с двух сторон. Если же у вас чуть дальше, то есть вы проводите еще редстоун и ставите репитер. Вот так вот. Но в данном случае у меня так не нужно делать. Я делаю по-обычненькому. Собственно, мы вот так вот делаем. Да. Все это закрываем блоками. Блоками, блоками. А здесь ставим забор. И теперь пробуем. У нас активировалась защита. То есть имитируем наш домик. И вот, собственно, у нас такой мини-домик. Значит, у нас наступает день, и у нас защита убирается, мы можем спокойно пройти. Вот как-то так. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, с вами был Фокс. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше таких видео, ставьте большие пальцы вверх, зовите друзей. А всем удачи, всем пока.